Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Можно приготовить куриные рулетики с грибами в сметанном соусе к семейному ужину или к любому праздничному столу. Я подаю это блюдо самостоятельно, но можно дополнить куриные рулетики картофельным пюре, макаронами или отварным рисом. Сметанный соус идеально подходит к куриному филе, делает его мягким и сочным. А какой стоит аромат? Начинка, конечно, может быть самая разнообразная. У меня сегодня вариант с грибами, луком и сыром. Получается очень вкусно и сытно. Попробуйте. Филе куриное 2 штуки. Шампиньоны 100 грамм. Сыр 50 грамм. Лук 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Растительное масло 30 мл. Сметана 100 грамм. Вода 100 мл. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Грибы и лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до готовности. Куриное филе обсушите и сделайте надрезы, раскрывая грудку книжкой. Отбейте курицу специальным молоточком с двух сторон, посыпьте солью и специями. На отбитое мясо выложите грибную начинку, а затем посыпьте ее тертым сыром. Заверните филе плотным рулетиком, перевяжите нитками или воспользуйтесь зубочистками. Обжарьте рулетики до красивого румянца с двух сторон на среднем огне. Соедините сметану с водой, солью и молотым перцем. Полейте этим соусом рулетики и посыпьте все измельченным чесноком. Тушите на небольшом огне около 15 минут. Куриные рулетики с грибами в сметанном соусе готовы. Приятного аппетита!